дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые родители и педагоги! Стало доброй традицией именно 19 мая собираться в Доме детского творчества, а сегодня на большой сцене в Доме культуры «Химик» на итоговом фестивале «Как прекрасен этот мир». Сегодня действительно большой праздник в этом зале, потому что 19 мая традиционно всегда как бы подводит итоги наш Дом детского творчества. Я очень рада, что маленькие, совсем еще с бутылками и сосками, уже присутствуют в этом зале. Уважаемые родители, это ваш труд, это ваша любовь к детям, это действительно то, что сейчас нужно нашей стране. Педагоги, родители и гости этого прекрасного праздника мы сегодня собрались в стенах Дома культуры химиков на прекрасный праздник – фестиваль творческих коллективов Дома детского творчества. Дорогие ребята, вот завершается учебный год, завершаются учебные занятия. И вы, конечно же, за этот год приобрели много новых знаний, умений. И результат этой вашей работы будет сегодня виден здесь, на фестивале, в ваших ярких, интересных выступлениях. Детское творчество – это чудесно. Все на планете родом из детства. И не волшебник, а мы вместе с вами делаем чудо своими руками. Thank you.
и учителя школ, на базе которых занимаются наши ребята, я вас всех поздравляю сегодня с праздником. Сегодня замечательный фестиваль, он традиционный, всегда 19 мая мы отмечаем большой праздник, потому что Дом детского творчества сохраняет замечательные традиции. И будучи 50 лет назад образован как Дом пионеров, мы и сейчас, будучи Домом детского творчества, и накануне реорганизации все равно будем сохранять традиции и помогать вам, родителям, воспитывать детей, развивать их творчество, развивать их интеллектуальные способности. Молодец. Кроме объединения клубок. Молодец, модельер. Нам очень нужны модельеры. Рогозина Виктория. Сертификаты, грамоты всем вашим воспитателям. Вот, наши шахматисты, как всегда, нас радуют и занимают призовые места.